Нет, нет. Снег был дешевле. А еще мы катались на водных лыжах. Немного. Да. А вашей жене там понравилось? Да, конечно. Кому-кому? Не говорите, что он женат, это секрет. О, простите. Простите, пожалуйста. Я случайно. А как вам американские фанаты? Они такие же, как здесь? Да, да. Да. Мы думали, что они будут отличаться, но они оказались такими же. У них только акцент, знаете ли, другой. Чудесный. Они приняли ваш акцент за английский или за американский? Один парень сказал, а почему вы из Британии, но поете с американским акцентом? Смешно. А мы объяснили, что это не американский, а ливерпульский акцент. Великолепная четверка.